Всем привет! Мы едем в такси, и мы на половину пути поняли, что мы забыли кое-что подарок. Вот Космик, он Костян, мы идем к Косте. Это что, тебе торт несут? Ёпта! Ой, Кость, притяжка! Андрей Николаевич! Здрасте! Да. Это... О! Вся команда, здрасте! Да? Да. Нашли! Спиной все говорят, а ты не слышишь, слышишь. Вся Москва блестит, вся Москва горит, вся Москва сияет. Между нами я не знаю тех, кто бы не зажегся ей в ответ. Желаем большого счастья, поздравляем с юбилеем, крепкого-крепкого, счастья, хорошей работы, чтобы всегда был при работе, чтобы в личной жизни все уже теперь такой возраст, что можно начать устраивать. Ура! Начать устраивать личную жизнь. Очень много желаю тебе, чтобы с вами самого доброго жизни, большого-большого счастья. Ура! Давай. Ура! Ура! В городе ты только начать. Остальное не зависит от нас, повезет или нет, и обратный билет. В этом городе вопрос на вопрос. Здоровья, здоровья. Слушала родителей. Да, и чтобы все было у тебя хорошо. Поцелуй, братан, сестра. То, что хочешь видеть, а за спиной все говорят, а ты не слышишь, слышишь. Вся Москва блестит, вся Москва горит, вся Москва сияет. Между нами я не знаю тех, кто бы не зажегся ей в ответ. Вся Москва блестит, вся Москва горит, вся Москва сияет. Между нами я не знаю тех, кто бы не зажегся ей в И это, можно сказать, переломный такой момент, когда на самом деле ощущается явный переход от чего-то более здорового. Да. Я желаю тебе стать настоящим мужчиной, чтобы у тебя все по жизни складывалось так и нужно, чтобы была работа, любимая девушка, и чтобы друзья твои. Не кидали. Ура! Нам надо идти на этот аттракцион. Я хочу, чтобы было страшно. Башнов, да? Это младший Башнов. Нет, вот младший Башнов. Дядя Вова, вы тоже поздравляете, куда вышли? Дорогому, милому племяннику.
Так. Здоровья, финансово, благополучие. Кто помогал семье, родителям, маленьким. В общем, быть удачливым везде и во всем. Начиная от девушек, заканчивая деньгами. Ура! 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 Костя, с днем рождения! День рождения!